Брестский экологический зеленый портал был торжественно открыт в марте текущего года. Интернет-ресурс призван объединить силы общественных организаций и государственных природоохранных органов. Благодаря открытости и доступности такого онлайн-общения, совместный продуктивный диалог должен стать хорошим подспорьем в деле формирования качественной экологической обстановки в регионе. В редакции портала сегодня трудятся волонтеры. Они собирают данные о тех местах, где есть проблемы с защитой окружающей среды. Сегодня авторская команда пополнилась новыми именами. У Брестского зеленого портала была мечта размещаться не только в интернете, но и где-то в реальном мире. И мы предложили учебным заведениям размещать нашу стенгазету и помогать создавать ученические редакции, развивать экологическую журналистику. Первым, кто откликнулся на наш призыв, был филиал БГТУ Политехнический колледж, и мы с удовольствием представляем вот наш первый проект, пилотный проект совместно стенгазеты «Экология и энергосбережение». И открываем мы его в 30-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. С нами была проведена неделя экологии и энергосбережения. Мероприятие удалось. Ребята принимали активное участие в конкурсах. Нас заметили средства массовой информации. И Алексей Купряков предложил нам совершенно бескорыстно свою помощь. Он предложил заниматься с ребятами, которым интересна журналистская деятельность. А поскольку у нас учатся творческие дети, то желающие сразу нашлись. И вот уже на протяжении 2 месяцев под чутким руководством Алексея у нас работает журналистская группа, которая будет освещать экологические события, которые будут проходить у нас в колледже, в нашей республике. Первый выпуск издания редколлегии Политехнического колледжа получился ярким и насыщенным. Номер посвящен Чернобыльской трагедии. К слову, принять участие в его создании мог каждый желающий, дополнив плакат стикерами со своим мнением о том, что значит для него дата 26 апреля 1986 года. Редакция планирует продолжить работу в этом направлении. Эта проблема затрагивает многих сейчас. Ну и также экология Беларуси, она не остается равнодушной для всех. Как бы каждый человек задумывается о экологии. Теперь в Брестском политехническом колледже будет работать своя экологическая редакция. От зеленого портала ребята получили в подарок стенд, где смогут размещать интересную и актуальную информацию.